Детский сад «Непоседы» в пятерке лучших по организации питания в округе подвели итоги конкурса в рамках регионального проекта «Здоровое питание». В нем участвовали 24 учреждения со всего округа. Экспертная комиссия предъявила к ним самые высокие требования. Город Муравленко представляли детские сады «Непоседы» и «Снежинка». Первое, второе и четвертое места получили детские сады «Нового Уренгоя». Третье – у дошкольного учреждения «Надыма». Муравленковские «Непоседы» на почетном пятом месте. Вы знаете, это победа. И победа большая для всего нашего коллектива, потому что за 3 года работы детского сада, первый год из которых было становление подбора кадров, я считаю, что это очень достойное место, это победа, и я благодарю весь свой коллектив. Добавлю, что сегодня в округе работает 208 детских садов. Их посещают почти 40 тысяч воспитанников. В ходе анкетирования родителей выяснилось, 80% довольны организацией питания.